Gold, Golda, mit Gold zu weit. Trepete, mit Trepet, mit Gold zu weit. Achmed, mit Golda, mit Gold zu weit. Tet, mit Gold zu weit. Trepet, mit Golde, zu weit. С вами, слой, с вами. Мед слой, субаи. Свебени, кабинет мани. Мед кабинет. Субаи? Что происходит? Ты что? Ты что? Ты что? Что вы там стоите? Помогите мне! Так, пиши. Блохин Алексей Олегович, 75-го года рождения. Так, прописан в этой квартире. Его жена Блохина Анжела Евгеньевна, 77-го. Тоже прописана в этой квартире. Забери. Слушай, соседи не слышали ничего подозрительного. Вот, посмотри-ка. Я думаю, тут кто-то из близких. А могут это быть Костровы? Тут подарки везде с их подписями. Поделки детские, а? Судя по всему, смерть Алексея Блохина наступила вследствие паралича дыхательного центра. Это значит, что платок на его шее затянули уже после смерти. А вот Анжела, его жена, была именно задушена вот этим платком. Какие интересные платки. Может, это какой-то ритуал? Черт его знает. Галина Николаевна. Да? Ну, в общем, монеты с платков индийские, их можно купить на любой барахолке или на интернет-аукционе. Платки тоже родные, изготовлены в Индии, похожи на румали. Ритуальные платки индийских тхагов. А кто это? Ну, это служители индийской богини Кали, самой кровожадной из индийских богинь. Каждый год она требовала ритуального убийства в свою честь. А путы жировые? Шлени чист. Ну, ладно, посмотрим, что нам дадут записи с камер наблюдения на подъезде Блохиных. Что за клоун? Возможно, убийца. Это что же это?
убийц в перьях? Этот вождь краснокожих выбежал из подъезда Блохиных после, либо незадолго до их смерти. Я проверяю его личность по картотеке МВД и базе лидеров и активистов деструктивных сект. Но есть еще кое-что интересное. Да он что, интереснее, чем это? Смотрите, что произошло через полчаса. Похоже, что кто-то с помощью лазерной указки слепил камеру и сжег матрицу. Хотел, чтобы мы его не увидели. А вот и наш последний из магикана. Вадим Котенок, аферист, выдает себя за шамана. Ну вот какой ты эксперт, а? Ты вот даже шамана не можешь от индейского вождя отличить. Ну и что нам о нем известно? Вот, Вадим Котенок, он же Вадим Троицкий, 53 года, мелкий, но известный аферист. В последнее время выдавал себя за шамана. Нашли его? Нет, дома Троицкий не появляется, на звонки не отвечает. Пару раз включал мобильный телефон, получал смс и снова выключал. А телефон его отследили? Нет, он включал его всего пару раз, и то в разных местах. Троицкий – маниакально осторожный субъект. Угу. Похоже, он боится не только нас. Да. Похоже, он начинает бояться тех клиентов, которые просекли суть его афер. В любом случае, у нас есть база его клиенток. Ну, отлично. Значит, надо ее использовать, чтобы найти его. У этого котенка Троицкого есть одна активная клиентка, некая Изольда Новикова. Мы вот что сделаем. Мы сейчас напишем от ее имени Троицкому смс, а его ответное сообщение отправим на нужный нам номер. Так, что бы ты написал? Изольда Новикова, ну понятно, это типичная рублевская жена. Она тут в соцсетях истерит по поводу загула своего богатого мужа, козла. Ну и? Значит так, пиши. Сделано, ждем. Думаю, ответа придется ждать недолго. Да, действительно. Видимо, жадность победила осторожность. Где и когда? Пардон, если... А, что такое? Ля-ля-ля. Жуковского... пардон... Пардон, если... У меня Красная площадь. Извините. Вам придется проехать с нами. Федеральная экспертная служба. Вы задержаны по подозрению в убийстве Анжелы Алексея Блохиных. Скажите, а суд учтет мои показания, как я укус повинный? Конечно, учтет. Тогда пишите. Это я убил. Это я дал снотворного его жене, чтобы он уснул. Чтобы я исполнил свой ритуал. Какой ритуал? Ну, Анжела подозревала, что у него есть любовница. Я думаю, что я смогу вам помочь, но это для вас будет стоить денег. Слишком большие энергетические затраты. А, хорошо, назовите цену, я готова заплатить. Ну, я думаю, что это около 3000. А, хорошо, сейчас. Да нет, вы меня не так поняли. $3000. Послушайте, я готова больше заплатить. Главное, чтобы помогло. Я умоляю вас, помогите. Алексей не должен к ней уйти. Хорошо. Я должен был исполнить ритуал и получить за это деньги. Но все почему-то пошло не так. Ее муж вдруг проснулся. Отсюда! Убей! Я просто так тебя не выпущу! Отсюда!
что, готовы анализы? Да, в организме Алексея Блохина присутствуют два вида снотворного – барбитураты и бензодиазепин. А в организме жены присутствуют только барбитураты. Ты знаешь, между прочим, эти препараты давно уже не используют в качестве снотворного. Обычно их выписывают детям от тремора, либо эпилепсикам. А скажи мне, пожалуйста, это опасные препараты? На 4 грамма барбитурата и летальный исход обеспечен. Слушай, ну вот даже судя по картам, ни он, ни его жена эпилептиками-то не были? Не были. Это ты верно говоришь. Но если Блохин принял барбитурат, зачем же ему было давать бензодиазепин? Оба вещества были приняты лишь разницей во времени. Барбитураты были смешаны с каким-то напитком, пока могу сказать, что он был щелочной, по всей видимости, с минералкой. А вот бензодиазепин был смешан с едой. А может быть, кто-то хотел усилить действие барбитуратов? Тогда этот кто-то полный идиот. Бензодиазепин приводит к неуправляемой вспышке агрессии. Слушай, может быть, Блохин и прыгнул на этого шамана из-за этого? Да, вот еще что. Жена Блохина была беременна. Может быть, это и есть мотив? Ну, типа, нагуляла где-то ребенка, а? Да нет, ДНК показала, что ребенок как раз от мужа. Обнаружены тела супругов Анжелы и Алексея Блохиных с ритуальными платками, затянутыми на шею. В крови погибших найдено снотворное, от передозировки которого и погиб Алексей Блохин. Между тем, Анжела Блохина была задушена. Задержан шаман-аферист Вадим Троицкий. По просьбе Анжелы Блохиной, подозревавшей мужа в измене, он проводил в квартире погибших ритуал. Но о платках, по его словам, ничего не знает. Да, поняла. В организме Алексея Блохина обнаружены следы двух препаратов, а не одного. Почему вы мне солгали? Как двух? Я давал один, как обычно. Зачем вам понадобились платки? Какие платки? Одним из них вы задушили Анжелу Блохину. Подождите. Я никого не душил. Да, я мошенник, но я не убийца. Понимаете, все это случилось случайно. Чаще всего Блохин звонил некой Дине Семченко. Да, она ему названила по 10 раз на дню. Она, наверное, и есть та любовница, к которой он собирался уходить. Галина Николаевна, прислали записи с камер видеонаблюдения, ну, от подъезда Галины Семченко. И что? Ну, что, за последнее время ничего доказывающего связь Семченко с Блохиным нет. Может быть, они встречались вне дома, ну, скажем, в машине. Можем там поискать следы их связи. Хорошо, езжайте к ней. Ага. Простите, вы Дина Семченко? Да. Я из Федеральной экспертной службы, капитан Котов Константин Сергеевич. Откройте, пожалуйста. Здравствуйте. Вы по поводу Блохиных? Да. Разрешите? Да, конечно. Ага. Но я не только по поводу Блохиных. Меня еще интересует... Ваша машина? Машина? Да, машина. Пока мои люди будут осматривать машину, мы с вами побеседуем. Вы не возражаете? Я не против. Можно ключики? А, да. Я, наверное, здесь. Извините. Потеряли? Похоже, что да. Отвечайте. Это не важно. Как это не важно, позвольте. Алло? Ваша машина готова. Можете ее забирать. Хорошо, обязательно заберу. Химчистки.
Я правда сдала машину в химчистку. Как же я могла забыть? Телефон не забудь. Спасибо. Какие отношения у вас были с убитым? Обыкновенные. После смерти сестры я приглядываю за племянниками Аней и Захаром Костровыми. А Витя Костров дружил с Блохиными. Это он? Да. Скажите, зачем вы названивали Блохину по несколько раз на день? Я? У нас есть распечатка звонков с его мобильного телефона. Да, действительно. Видите ли, дети подросли. И? Я подумала, что Алексей мог бы помочь мне устроиться на работу бухгалтером. И что, помог? Не сразу, конечно. Но примерно месяц назад он нашел для меня место в своей компании. По работе и звонила. Допустим. А какие отношения были у Блохина с Костровым? Аня и Захар часто бывали в доме Блохиных. Анжела занималась с ними музыкой. Они ведь были крестными детей. И что, никаких ссор? Что вы. Их семьи дружат уже третье поколение. Дружили. Простите, мне пора забирать детей из школы. Могу я вас попросить? О чем? Пожалуйста, не говорите Вите, что я работала у Алексея. Почему? Понимаете, Виктор, он сложный человек. Он привык, что я все время посвящаю его детям. Дина, у меня к вам последний вопрос. Откуда у вас ссадина на лице? Я упала с лестницы. Не обращайте внимания, я часто падаю. Что-то с координацией движений. Последствия аварии 2 года назад. А как же вы машину водите? Это же опасно. Нет. Врачи говорят, что нет. Волколак, это что такое? А почему тебя это интересует? Да, соседка так называет нашу Семченко. Почему? Ну, потому что Семченко всегда ночует дома, но не спит. А когда соседка к ней приходит, та не открывает. Я в 3 часа ночи тоже никого не пускал бы. Да, но соседка-то к ней не просто так приходит. Семченко по ночам стучит в пол. А по утрам у нее раны на руках. Вот она и называет ее волколак. Волколак или вялколак? Это по-славянски. По-польски это вилколак. По-сербо-хорватски это вудхалак. У англичан это беовульф, у немцев это вервольф. Ну, в общем, короче, соседка считает, что Семченко оборотень. Знакомое слово? А ты не мог сразу просто сказать? Ты перед кем здесь эрудицией блистаешь? Ну, вообще, эти вещи должен каждый опер знать. Да? Угу. Нашли что-нибудь в машине Семченко? Ничего, машины после химчистки ни отпечатков, ни следов. Зато нашли видеорегистратор. Он срабатывает и начинает запись, когда машина приходит в движение или когда происходит удар. Видите? Видимо, тут сработал, когда Блохин усадил Семченко на капот. А о чем они говорят, удалось восстановить по артикуляции? Да, они говорят о каких-то деньгах. Кострову нельзя доверять. Лучше бы ты в это не вмешивалась. Я деньги все равно заберу, а ты... Ты не видишь, что он тебя только использует? Это ты всех используешь. И меня в том числе. Тебе же на всех наплевать. Витя был абсолютно прав. Это он так сказал? После всего того, что сделал? А ты-то сама как думаешь, а? А я сужу по поступкам. И ты для меня пока еще ничего не сделал. От жены не ушел. Не звони мне больше. А о каких деньгах шла речь? Блохин вложил деньги в предприятие своего лучшего друга Кострова. Но бизнес у Кострова не пошел. И Блохин, похоже, собрался банкротить фирму за долги. Вот похоже, что Семченко и Костров говорили именно об этом. Как говорится, хочешь испортить отношения, дай в долг. Ну что ж, пора поговорить с этим лучшим другом.
Я не понимаю, по какому праву меня доставили сюда? Я занятой человек, у меня фирма. Вот об этом мы и собирались с вами поговорить, о вашей фирме, вернее, об одном из ее совладельцев, Алексее Блохине, и о ваших с ним отношениях. А что о них говорить? Его семья была полностью обязана нашей. Мой дед спас его деда во время Великой Отечественной войны, потом помог ему перебраться в Москву, потом наши семьи тесно общались. Насколько тесно? Ну, скажем так, жена Лёшкиного деда была у моего деда домработницей. Потом мы вместе с ним пошли в школу, закончили один вуз. Потом он удачно женился и открыл свой бизнес. А вы? А я, знаете, не такой оборотистый, как он. Он как-то ко мне пришел и предложил открыть фирму по созданию ПО. Привел специалистов, принес деньги. Ну и потом наши дела пошли в гору. Да, но сейчас все не так радужно, по нашим сведениям. Да потому что Блохин меня предал. Оказался типичный алчный нувориш. Фирма только-только стала приносить прибыль, а он тут же потребовал назад свою долю. Ты уже почти разорил фирму. Я вложил в нее свои деньги, а ты тратишь их на себя. Машину купил, квартиру поменял, поездки эти бесконечные. Это нормально, это имидж. Это все работает для привлечения клиентов. Нормальных клиентов привлекает хорошая работа. Я придумал этот бизнес, собрал команду, обещал людям перспективы, а ты... В общем так, либо ты возвращаешь деньги, которые мне должен сам, либо я беру их силой. Может быть, ради денег ты еще с ними расправишься? Вон, посмотрите на него. Это дядя Леша. Он хочет отобрать у нас все. Помнишь, я обещал свозить тебя в Париж, в Диснейленд, на карусельках покататься, помнишь? Так вот этого не будет, потому что дядя Леша хочет разорить вашего папу. Ты предал всю нашу семью. Не поясничай, клоун. Вообще, я уверен, что убийство Блохина – это дело рук Дины. Почему? Но она же вообще свихнулась после аварии. Какой аварии? 2 года назад Дина попала в автокатастрофу. Вы хотите сказать, что после аварии в поведении Дины появились какие-то странности? Ну да, я вам об этом и говорю. Она полностью свихнулась. Знаете, чем она занимается? Чем? Она смотрит на себя в зеркало, разглядывает морщины и повторяет, что не хочет быть старой девой. У нее просто пунктик какой-то возник по этому поводу. А что же, это по вашему делу ты ее подозреваемый, что ли? Ну, а вам это вам что, мало? Вы знаете, что у них был роман с Лешей, между прочим? А вы откуда знаете? Дина сама мне об этом рассказала. А за день до убийства Блохин сказал, что Анжелка беременна. Конечно, у Дины могло вообще снести чердак. Я заняла 1-е место на школьной олимпиаде по химии. Ну-ка, ну-ка. Хорошо, Анечка, ты сейчас пойди, мне с дядей Лешей поговорить надо. Потом. Молодец. Так ты не передумал забирать свои деньги? Нет. Я считаю эту тему закрытой. Давай лучше обсудим другие наши дела. У твоей дочери завтра именины, и мы с женой ждем вас. Заодно обсудим и другую новость. Анжела беременна. Лично я не сомневаюсь в вине Дины. Она поняла, что теперь ей ничего не светит, и совершенно слетела с катушек. Извините. Да, слушаю. Сейчас подойду. Я проверил архив провайдера Кострова именно с его домашнего компьютера. На интернет-аукционе были куплены монеты для индийских платов, которым потом задушили Блохиных. А расплачивались банковской карточкой Семченко. Значит, Костров прав. Едино причастна к смерти Блохиных. Ну, даже если она причастна, у нее на этот момент 100-процентное алиби. Мы сами можем его подтвердить. А как? Ну, дело в том, что в тот самый день и час, когда была совершена покупка, Дина Семченко и Алексей Блохин сидели на капоте ее машины. И мы смотрели это видео. Получается, что ее банковской карточкой кто-то воспользовался. Ну и как вам моя версия? А вы знаете, никак. Мы задерживаем вас по подозрению в убийстве
Анжелы и Алексея Блохиных. Что? На каком основании? Алексей собирался разорить вас, а вы подсыпали ему и его супруге барбитураты. А когда они уснули, вы оказались в их квартире и удушили их платками с монетками, незадолго до этого купленными на интернет-аукционе. Какие платки? Не придуривайтесь. Самое печальное в этой истории – ситуация с Диной. Она ведь растила ваших детей, а вы обвинили ее в убийстве. Уведите его. ФС расследует убийство супругов Блохиных Анжелы и Алексея. В их крови обнаружено снотворное. Выясняется, что у Блохина была любовная связь с Диной Семченко. Также Блохин вложил деньги в предприятие ее родственника Виктора Кострова и незадолго до гибели потребовал вернуть их. Костров задержан. Доброе утро, Галина Николаевна. Разрешите? Доброе. Ну что, есть новости? Да. Может быть, наш подозреваемый действовал не в одиночку. Угадайте, у кого был открыт доступ к барбитуратам? Холдов, ты издеваешься? У меня этих загадок, вот. Не тяни, рассказывай. У Дины. Помните, ее соседка все время жаловалась, что Дина по ночам стучит в пол? Да. Это все происходило из-за эпилептических припадков. Я все время думал про стук и про эти барбитураты. У эпилептиков во сне мозг расслаблен, и у них могут начаться приступы. Они могут падать с кровати, там биться головой о пол. Мы сделали запросы всем городским эпилептологам. Так вот, у одного из них Дина проходила курс лечения. И лечит эпилепсию как раз барбитуратами. Да, и недавно Семченко прекратила их принимать. Она сказала врачу, что хочет забеременеть, а этот препарат может вызвать генетические заболевания у плода. Ну что ж, узнав о том, что Блохина беременна от мужа и ей ничего не светит, Семченко вполне могла объединиться с Костровым. Надо ее задерживать. Вы быстро приехали. В смысле? Ну, мы же только что вас вызвали. Вы же из полиции, да? Ну-ка, пошли. Пойдемте, пойдемте. Мертва. Простить нельзя, понять, принять нельзя. Убить, жить нельзя, уйти. А, не надо. Да, действительно, дети, идите пока в другую комнату, вам здесь не место. Слушай, надо вызвать понятых. Да. Значит, она действительно убила. Ну, а потом муки совести не выдержала и... Ну, а как ты думаешь, вот жить с таким? Тем более, что она действительно любила этого Блохина. Дина решила, что сможет заполучить Блохина, если родит ребенка, перестала принимать таблетки, но не учла, что жена забеременеет раньше и таким образом удержит Блохина в семье. Возможно, изначально Семченко хотела убить жену Блохина, а подозрение навести на Троицкого. Барбитурат она развела в минералке, она ведь не знала, что Блохин ради с обрядом с женой добавит препарат уже к подмешанному снотворному. Вот, таким образом Семченко сначала убила жену, а потом, когда увидела, что Блохин мертв, имитировала удушение, чтобы сбить следствие с толку. Все, дело можно закрывать. Ну, не знаю. Меня лично смущают детали. Какие? Перед самоубийством Семченко пережила сильнейший припадок. Да, Селиванов нам сообщил, что у нее прикушен язык, синяки на теле. Но она это могла получить, когда билась в припадке о пол. Хорошо, и что у нас получается? Дина, выйди из припадка. В заторможенном состоянии, с повышенным давлением, с прикушенным языком, в первую очередь, глотает горсть таблеток, а остальные вокруг рассыпает. Вам не кажется это странным? Нет. Нет. Ну а к чему вся эта театральщина, если ей физически плохо? Здесь что-то не так. Казнить нельзя, помиловать. Что? Амфиболия. Двусмысленность, которая возникает при перестановке слов, знаков препинания. Это у нас, значит, еще один эрудит. Тут, я смотрю, просто какая-то... офицерская элита. Главный интеллигент всего этого нашего заведения. Скажи честно, ты засыпаешь под басни Крылова? А? Да нет, ты понимаешь, я вот думаю, почему Семченко
у которой в столе была куча бумаг формата А4, пошла в детскую, вырвала из тетрадки листок, чтобы написать на нем свою предсмертную записку. И выглядела эта странная предсмертная записка, как казнить нельзя помиловать. Что ты думаешь об этом? Я? Да. Это странно. Еще у нее массивное кровоизлияние глаз. Это могла вызвать лазерная указка, такая же, которой сожгли камеру слежения возле подъезда Блохиных. И мерцающий луч часто вызывает приступы у эпилептиков. Даже обычный телевизор может спровоцировать приступ. На момент смерти Семченко в квартире были только дети Кострова. И мотив у них был – отвести подозрения от задержанного отца. Но они же могли взять таблетки у своей тетки и подсыпать их Блохиным. Товарищи понятые, сейчас нами будет произведен обыск в квартире гражданина Кострова с целью найти лазерный фонарик-указку. Впрочем, я предлагаю вам отдать лазерную указочку добровольно. Какую? Ту самую, которой вы ослепили свою тетю до того, как убили ее. Ту самую, которой вы испортили камеру в подъезде Блохиных. Хорошо. Давайте, давайте. Стоять! Илья, заколю ее! Иди собирай наши вещи! Уберите пистолет, я ведь заколю ее! Хорошо. Ключи! Черт! Есть запасные ключи! Вы в порядке? Это же дети! Это просто дети! Какие дети? Вы чего стоите? Скорую вызывайте! Черт, новостройки. Даже лифты не работают. Нет, а вдруг там еще полицейские? Этот строгий им сейчас позвонит, и они нас поймают. Давай на крышу. Там отсидимся, а потом убежим. Ты не бойся, ты папу из-за нас не посадят. Неужели нет вторых ключей? Не пугайтесь! Вы детей не видели? На крышу. Костя, у нас нештатная ситуация. Если честно, полное дерьмо. Есть пострадавшие, но живое. Да, дети, судя по всему, на крыше. Вези сюда их отца. Рогозин, ничего не говори пока. Еще шаг, и мы прыгнем! Тихо, спокойно. Я просто хочу с вами поговорить. Я понимаю. Вы никому не хотели и не хотите причинить вреда. Ведь так? Да. Ну тогда, может быть, мы спустимся вниз? Сядем, поговорим? Нет, мы не хотим в тюрьму. Может, лучше прыгнуть? Ребята, спокойно. Не делайте глупостей. Жизнь долгая. Вы даже не представляете, какая она долгая. Я понимаю, у вас были серьезные основания убить Блохиных. Ведь верно? Да. Ну вот. А с платками вы здорово придумали. Мы знали про шамана. Тетя Анжела приводила его в дом, когда мы занимались с ней музыкой. Мы хотели все свалить на него. Ну, это очень умно. Очень. Чья идея? Еще и тетя Анжела беременна. Если дядя Леша сейчас уйдет к тете Дине, а тетя Анжела родит. Ты понимаешь, что это значит? Нет. Что наследников у дяди Леши будет уже трое. И убить их всех потом мы уже не сможем. Папа тогда точно разорится. Значит, мы сейчас должны спасти папу. Ну что, ты со мной? Деньги ведь просто так не перейдут к вашему папе. Почему? Потому что такие дела намного сложнее, чем кажется. Да, а по-моему, вы нам просто врете. Я
Я никогда не вру! Все равно они получили то, что заслужили. Ну хорошо, хорошо. А как вы подсыпали Алексею и Анжеле лекарства? Ну это было проще простого. Они нас каждые именины привозили к себе. Устраивали праздники, они же наши крестные. А я ненавидела эти именины, они же нас не любили. Благодетели. За тебя, доченька. За тебя. Тетя Анжела, дядя Леша, папа, пойдемте, что я вам покажу. Мне удалось прошить указкой штору. Только не делайте резких движений. А Блохины, они спали или нет, когда вы пришли? Конечно, спали! Если выпадет орел, ты первый. Ань, не надо. Я боюсь. Как же, папа? Он один не справится. Мы должны все сделать сами. Мы должны бороться за себя. Иди. Ты же хочешь, чтобы мы все вместе поехали в путешествие? А тетку зачем вы убили? Дину? Надо было спасти из тюрьмы папу. И вы решили вызвать у тетки припадок и убить ее? Да, мы дождались, пока он закончится, и дали ей много таблеток. Но она не хотела их пить, поэтому часть из них мы дали с минералкой. Аня! Захарка! Папа! Я прошу вас аккуратнее, они ничего вам не сделают, вы же дети! Спускайтесь. Ну, пожалуйста. Мы просто должны были тебя спасти, понимаешь?